Ну а закончим программу еще одним примером того, как важно взаимодействовать с окружающим миром. Минчане хорошо знают, а гости приятно удивляются тому, что в самом центре города уже третий год подряд проходит фестиваль «Классика у ратуши». Так вот, его особенностью является то, что выступить здесь могут не только профессиональные музыканты, но и любители. На так называемом «свободном рояле» может играть любой желающий, а подобные выступления иногда открывают для нас людей с совершенно неожиданной стороны. Это Сергей Кузьменко, начальник финансового отдела одной из крупнейших белорусских компаний. И если бы не эта коммуникация с окружающим миром, страна так и не узнала бы, как тонко он чувствует музыку.